Здрасте. Здрасте. Конечно, а как же? Дети, они все любопытные, все интересно. Даже мне все интересно. А делать тебе такое? Шеечку? Нет, нет. Весь кусочек? Да. Насчет любопытства. У меня один раз был случай такой. Даже с висюльками. Которые звенят, да? Заходит бабушка с внучкой. Это ваши дочки, знаете, такой же примерно возраст, сколько вот 4,5. Ну да. Ну вот. Вот это же. Но девочка вообще не умолкала на секунду. Бабушка, а что это? Бабушка, а вот это стол почему? Бабушка, а вот это что? Это мясо? Бабушка, это говядина? Бабушка, это свинина? 1024. И она на все вот так вот. Отстань. Подожди. Отстань. Подожди. Я слушала, 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 а потом говорю. Вы меня очень сильно извините, но откуда ребенок будет знать, если вы ей не расскажете? Как она от кого узнает? Она растет, у нее в голове должно быть очень много информации. Значит, у нее много объем большого мозга. Поэтому она задает кучу вопросов. Есть дети, которые очень много задают вопросов. Она внимательно выслушала, помолчала, что ей сказала. Начали выходить, извиняла эта штучка. Она опять. А она уже все забыла, девочка, она говорит, бабушка, почему звенит? Бабушка, почему это? Бабушка так оборачивается на меня, улыбнулась и говорит, потому что это специально на двери висит. Тетенька вот ушла куда-нибудь там, знаешь, а он звенит, она услышит, что люди зашли, и опять на меня повернулась и улыбнулась. Ну, а сестра. Сами опять это не могут, что ли? Ну, получается, нет. Просто это, знаете, когда слишком, может, занятые или какие-то вот, не знаю. У меня сестра так старшая. Маленькие были у нас дети, разница 2 года. У меня, например, там старшие было 3, а это 5. Вот они, мы идем вместе. Вот племянница 5 лет. Она вот все что-то спрашивает. И она и так же. Отстань. Вырастешь, узнаешь. Отстань, отвали. И это все такое. Когда выросла, будет поздно. Кинчик, дотянись, пожалуйста. Отстань. Давай. Вот. И в результате моя дочь что-то спросила, я ей начала отвечать, сестра мне. Ну ты меня слышишь, нет? Я говорю, подожди, я ребенку отвечаю. Я не до тебя. Мне не до тебя абсолютно. 1130. Поэтому я говорю, дети, они. А откуда они будут знать, если мы им не расскажем? Да, да. Поэтому их на любопытство надо удовлетворять в первую очередь. Так, это будет 1200. Триста рублей. Еще, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Если что-то нужно к Новому году, птички, утки, гуси, числа до 20-го можно прийти заказать. Хорошо. Сейчас начинаю уже заказы принимать, да. Хорошо. До 20-го как-то приходить. Все, пойдем. Все, до свидания. До свидания. Спасибо.